В этом году в структуре городской администрации появится новый отдел. Необходимость его создания связана с проектами производственной системы «Росатома», среди которых в том числе системы «Умный Саров» и «Бережливый муниципалитет». Но суть работы этого отдела будет заключаться в постоянном анализе существующих процессов в муниципальном секторе экономики и в муниципалитете. Соответственно, оптимизация этих процессов, подготовка нормативно-правовой базы, и, значит, исключение необоснованных потерь, повышение эффективности и результативности работы муниципалитета. На сегодня в муниципалитете в рамках ПСР реализуется 89 проектов. В состав нового проектного управления войдут 3 человека. Это действующие сотрудники администрации. Вопрос о создании отдела депутаты вынесли на ближайшую сессию. На заседании Думы народные избранники также рассмотрят перечень объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в полной реконструкции. Если перечень утвердят, в отношении обозначенных объектов будет рассмотрена возможность заключения концессионного соглашения. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.